Поди сюда. Поди ко мне. Ах ты, девчонка ты моя. Ты выходи скорее замуж и будь счастлива. Жизнь не такова, как ты думаешь. Пока ты молода, она как вода проскакивает между пальцами. А ты этого не замечаешь. А ты поскорее сомкни пальцы. Подставь ладошку, удержи ее. И ты увидишь, как она превращается во что-то маленькое, несложное, твердое, что даже можно грызть, сидя на солнышке. Те, кому нужны твоя страстность, темперамент, сила твоего духа, как раз будут говорить тебе обратное. А ты не слушай их. Ты и меня не слушай, когда я буду говорить очередную речь над гробницей Этиокла. Все это ложь. Правда только то, о чем не говорят. Жизнь – это любимая книга, это оружие, крепко зажатое в руках, это ребенок, играющий у твоих ног. В конце концов, это просто скамейка около дома, где можно взять вечерком, посидеть, отдохнуть. Ты, конечно, презираешь меня и долго еще будешь презирать. Но когда-нибудь ты поймешь, Антигона, это будет печальным утешением твоей старости, что жить, да просто так, жить, большое счастье. Счастье? Не правда ли, пустяк? Каким же оно будет, мое счастье? Неужели маленькая Антигона станет счастливой женщиной? Какие же подлости придется мне совершать изо дня в день, чтобы получить свою крохотную долю счастья? Кому мне нужно будет лгать? Кому улыбаться? Кому себя продавать? Чью смерть смогу я принять вот так же, как вы, равнодушно отвернувшись? Ты с ума сошла, замолчи. Нет, я не замолчу. Сейчас же замолчи. Я хочу узнать, что я должна сделать, чтобы быть счастливой. Узнать немедленно, мне сейчас нужно сделать выбор. Вы же мне сейчас сами сказали, что жизнь прекрасна. Но вот я и хочу узнать, что я должна делать, чтобы жить. Ты любишь Гемона? Так да. Выходи замуж. Да, я его люблю. Но я-то люблю Гемона молодого и сурового. Гемона такого же верного и требовательного, как я. Но если он станет таким же, как вы, и даже хуже, если он будет жить вашей жизнью и довольствоваться вашим счастьем, если он перестанет бледнеть, когда бледнею я, если не подумает, что я умерла, опоздаю я на 5 минут, если не почувствует себя одиноким и совсем несчастным, когда не поймет, почему я смеюсь, если он на моих глазах превратится в господина Гемона, ему так же, как и вам, придется научиться говорить «да», то я его не смогу больше любить. Ты с ума сошла, замолчи. Ты не понимаешь, что ты говоришь? Замолчи! Нет, я знаю, что я говорю. Только вы-то меня не слышите. Я слишком далеко от вас. В царстве, в которое вы с вашими морщинами, вашим пузом и вашей мудростью уже никогда не попадете. Мне смешно, Крион, потому что я вдруг представила себе, каким ты был в 20 лет. Наверное, таким же бессильным, как сейчас, но только уверенным в своем могуществе. Жизнь ничего в тебе не изменила. Она только добавила морщин на твоем лице. Да слой жира! Замолчи! А почему? Почему ты хочешь заставить меня замолчать? Потому что ты знаешь, что я права. Ты думаешь, я не прочла это в твоих глазах? Ты знаешь, что я права, только ты никогда в этом не признаешься и даже сейчас готов защищать свое счастье, словно собака кость. И свое, и твое, дура. Как вы все противны с вашим счастьем, с вашей жизнью, которую надо любить, какой бы она ни была. Вы похожи на собак, они тоже облизывают все, что им попадется. Повседневное счастье, которое, конечно, можно себе обеспечить. Может, Крион, если не быть чересчур требовательным. А я не хочу этого! Я всего хочу! И немедленно! И пусть счастье мое будет полным, иначе мне его не надо совсем! Мне не нужна твоя подачка, которую ты кинула мне за послушание. Я хочу либо быть уверенной, что счастье мое будет таким, о каком я в детстве мечтала, либо подохну! Как отец! Учти, ты говоришь, как твой отец! Как отец! Да, как отец!
Мы из тех, кто перешагивает через ваши надежды, через грязные упования, милые вашему сердцу, когда они становятся у нас на пути. Дурнушка, ты посмотри, как ты подурнела, выкрикивая все это. Ты дурнушка! Дурнушка! Да, дурнушка! Мои выкрики, мои резкие, как у торговки, движения вправду уродливы. Крём, а ты знаешь, когда стал прекрасным мой отец? Когда он узнал о том, что все уже кончено. Он убил своего отца, спал со своей матерью. Он понял, что все уже кончено. Знаешь, Крём, тогда он успокоился. У него на лице появилось что-то вроде улыбки. Он стал таким прекрасным. Да ему ничего не оставалось сделать, кроме как выколоть себе глаза, чтобы не видеть вас больше. Эх вы, бедняки. Вам еще счастья хочется. Вот вы действительно уродливы. Даже самые красивые из вас. Что-то ужасно гадкое таится в ваших взглядах и в ваших улыбках. Ты очень здорово сказал насчет кухни, где все это стряпается. Да вы просто скверные кухари!